R&B танцуешь? Давай на меня. Теперь я тебе. Молодец. Черт, прости, пожалуйста. Я в порядке, в порядке. Я Джон. А я Лори. Они с первого взгляда поняли, что нашли друг друга. Я люблю тебя. Я тебя тоже. Только вот в чем загвоздка. Не понимаю, нет, ей-богу, не понимаю. 35-летний мужик боится грома. Неправда. Нам не страшен громозвук, если есть пиздатый друг. А тоже, бля, давай нашу заветную. Как услышишь грохот грома, главное не ссы. Обними покрепче друга и вслух произнеси. Нахуй молнию, а гром сосни хуйца. Ведь это всего-навсего пердят так небеса. Создатель мультсериала «Гриффины» Я веду Лори в кабак. Она не подумает, что дело принимает серьезный оборот. Ты про анал? Нет, блядь. Про золотую круглую хуйню на пальце. Да ну нахуй! Ты с ней 4 года, а со мной целых 27. Где мое кольцо? А? Где мое кольцо, сволочь? Я тебя спрашиваю, уёбок. Хорош, Тед. Где кольцо на мохнатом пальце, мудила? Успокойся. Представляет свой первый полнометражный кинофильм. Я говорю это потому, что люблю тебя. Пожалуйста, уговори Теда съехать, чтобы мы могли жить дальше. Я не способен просто выгнать его на улицу. С тёлкой познакомился с кассиршей. Ого, круто! Понял. Перебор. Этим летом... Как ее зовут? Бадлянское имя, угадай. Мэнди? Нет. Мэрилин? Нет. Бритни? Нет. Тиффани? Нет. Кэндис? Нет. Да заебал, я все имена знаю. Заебал, я тебя голым не видел. Короче, я перечисляю все имена, а ты меня останови на нужном. Базара нет, поехали. Только сразу скажи. Heather, Channing, Brianna, Amber, Sabrina, Melody, Dakota, Sierra, Bambi, Crystal, Samantha, Autumn, Ruby, Taylor, Tara, Tammy, Lauren, Charlene, Chantel, Courtney, Misty, Jenny, Krista, Mindy, Noelle, Shelby, Trina, Reba, Cassandra, Nikki, Kelsey, Shauna, Jolene, Early, Claudine, Savannah, Casey, Dolly, Kendra, Kali, Chloe, Devin... Блядь, и даже не Бекки? Неа. Чё, двойное имя, вторая половина Лин? Да. Ладно, поехали. Брэнди Лин, Хезер Лин, Тами Лин. Блять! Марк Уолберг. Мила Кунис. Сет Макфарлейн. В фильме «Тед».